Привет, друзья! С вами на связи компания Автотрейдер Бай. И мы хотим предоставить вам сегодня маленький обзорчик вот этой новой Tesla XX, который совсем недавно пришел к нам для наших заказчиков. Вот такой красивый аппарат. Просто, можно сказать, произведение инженерного искусства. И мы хотим поделиться с вами этой красотой. Вот. Значит, это черная на белом Tesla X-Plate с временем разгона 2,5 секунды до 100 км в час. Это самый быстрый SUV Sport Utility Vehicle in the world. Вот такой обалденный салон, интерьер, как это говорится по-английски, уже со штурвалом и горизонтальным дисплеем, автоматическим климат-контролем и такими белоснежными красивыми сиденьями, выполненными из тончайшей кожи. Они как с подогревом, так и с вентиляцией. Это шестиместная версия. Вот такие красивые дверные панели. И, как это называется, крыло чайки, задние двери. Вот на таких 22-х больших дисках. Реально диски выглядят очень внушительно. Машина как будто... Вот посмотрите на это колесо. Оно просто... Просто как у какой-то римской колесницы. Реально... И размер покрышек 265 на 35, позавидует любая спортивная Porsche и Mercedes AMG такому размеру. Вот такая красивая, вот так она выглядит спереди. Просто машина реально крутая тачка. Влюбиться невозможно, не влюбиться. Вот, а сейчас мы покажем ее функции, как она закрывается, когда вам нужно отойти. И у вас нет времени закрывать все эти двери и окна. Вот такой вот автомобильчик. Красавчик. Оп. Вот так. Закрыли и открыли заднюю дверь. Вот здесь есть кнопочка. И на боковой стоечке есть кнопочки для закрытия и открытия дверей. Вот так сразу две двери. Чик. А, не хочет. Оп. Если вы стоите под дверью, она не закроется. Оп. Теперь закрылась одна дверь. Оп, а ну-ка, вот стоим мы под дверью и пробуем ее закрыть. Оп, не закрывается. Если вы стоите под дверью, она никогда не закроется. Умная машина. А теперь вы только отошли, и она закрылась. Красотка. Эти двери тоже, как у Rolls-Royce, закрываются автоматически, но просто надо в это время находиться в салоне. Или можно это делать с телефона тоже, но не в режиме видеосъемки. Вот так мы нажмем сюда на кнопочку. Оп. Оп. И она сама закрылась. Ну вот так, друзья, с вами был на связи компания Автотрейдер Бай. И мы желаем вам всего наилучшего и до скорых встреч. Bye-bye.